Привет, друзья! На дворе 2 июля и настал момент истины. Будем смотреть, что под капотом. Также прошу прощения за недельное молчание. Были на морях. Из техники только смарт с ограниченным пакетом интернета. Ну, не судите строго. На дворе у нас холодина. 15 градусов по сравнению с теплыми краями, конечно, это небо и земля. Ну что, смотрим, открываем. Что мы видим? Все, реально все. Мои подопечные убежали. Основательно развалив гнездо, оставив после себя кучу мусора, все основательно обогадив. Ну что теперь делать? Чистить, убирать. Гнездо придется выбросить. Ну а что? Что поделаешь? Кстати, нет ли у нас орнитологов? Зачем они его развалили? С чем связано? Я думаю, что развалили, наверное, для того, чтобы у птицов не было куда возвращаться, они быстрее вошли во взрослую жизнь. Ну, в принципе, может быть, может быть. Ну, что, спасибо. Спасибо всем, кто был со мной эти 5 сюжетов. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Вам все равно, а мне приятно. Ну и традиционная просьба. Если вам не сложно, подпишитесь на канал Алена Астры. Мы вам будем благодарны. Все. Пока-пока. Ну ты это, подпишись, если что.